Положительные эмоции на первом месте. Поэтому и новогодние утренники в третьем роддоме – ежегодная традиция. Конкурсы, шуточные викторины и подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Будущие мамы с удовольствием вспоминают детство. Поздравления и вручение подарков сменились новыми развлечениями. В творческой мастерской «Мамины руки» под руководством дизайнера всем желающим предложили создать оригинальную поделку, изображающую символ наступающего года – петуха. Затем экскурсия по акушерскому корпусу. К слову, это важная часть мероприятия. Ведь так будущие мамы могут лучше познакомиться со специалистами, задать им интересующие вопросы и оценить оснащение родильных залов и палат для совместного пребывания матери и ребенка. Рассказали и об итогах работы в 2016-м. Конечно, самым главным достижением врачи называют количество рожденных в роддоме малышей. Их за этот год здесь приняли 2666. Это очень хорошие показатели, а улучшить их в новом году позволят усовершенствованные системы работы. Знаменательным событием для третьего родильного дома явилось то, что мы год завершаем. Вот буквально вчера мы завершили монтаж, внедрение лабораторной информационной системы, которая будет которая уже интегрирована в медицинскую информационную систему, и это значительно облегчит труд медицинских работников. Еще одно важное для роддома событие – новый статус третьего уровня. Это значит, что в нем оказывают помощь женщинам с резус-отрицательной кровью и с проблемами развития плода. Изменены условия работы на базе стационара. Здесь также будут оказывать медицинскую помощь пациенткам, но теперь в вечернее и ночное время они смогут проводить дома вместе со своими родными. А еще одним сюрпризом для будущих мамочек стала эта замечательная фотозона. Ее уже называют «Французской улицей». К слову, каждый год здесь наряжают все по-разному. И вот на этот год вот такую красоту сделали во французской стиле. Можно сделать фотографию, поставить хэштег «Родильный дом 3 Владивосток» и выложить фотографию в известную соцсеть на память. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.